Танки – это не просто игра. Танки – это культурное явление. Понимаете, мы тогда топтали совершенно новую почву. Это был такой очень расчетный риск, я бы так сказал. Но, конечно же, риск огромный. Релиз – это... кульминация всего, что происходит. Кулаки держали, вот так вот. То есть мы уже понимали, что это вин. И ты такой понимаешь, господи, оно все заработало, как бы, и мы неожиданно молодцы. Было очень тяжело, но очень круто, когда они зарелизились и пошли вверх. Бесчисленные игроки врываются на просторы сервака. Просто какое-то цунами на нас вот прям такое обрушилось. И за это игрокам огромное спасибо. И тут, понимаешь, вот они, вот это наши игроки. Для меня танки, это как вот случилось счастье, родился ребенок. Ты его вырастил, воспитал. На этом жизнь не заканчивает, он начинает расти, и ты продолжаешь жить полной жизнью и радоваться каждый день. Я с планами знаком, там их громадье. World of Tanks — это надолго, это, в общем-то, навсегда.